Разовый билет в городском сообщении будет стоить 48 рублей, сейчас 46. При оплате с использованием транспортной карты на автомобильном общественном транспорте и городском наземном электрическом транспорте стоимость билета с 1 по 10 поездки составит 32 рубля 92 копейки. С 11 по 20 – 30 рублей 62 копейки. С 21 по 30 – 28 рублей 31 копейку. С 31 по 40 – 26 рублей 1 копейку и так далее. Рост по сравнению с действующими тарифами составит 4%. Подорожает и оплата с использованием единой транспортной карты учащегося. С 1 по 35 поездку 16 рублей 46 копеек против тарифов 15 рублей 83 копейки, действующего сейчас. Рост составит 3,9%. Все остальные тарифы на автобусы и троллейбусы повысятся также на 4%. Постановление правительства Московской области об изменении тарифов на поездки на автобусах и троллейбусах в регионе вступит в силу с 1 января 2018 года.